Дорогие друзья, здравствуйте. На ваших экранах сегодня вы увидите фильмы Михаила Павлакова. Это художник и режиссер из Чехии. Она снимала свои фильмы в основном в Праге. Она занималась и документальным кино, и анимацией. И она замечательный действительно художник. Все фильмы, которые вы сегодня увидите, она нарисовала сама. Когда я начинала свою карьеру, я даже не могла себе представить, что я могу здесь появиться. Но это как бы часть эволюции целой жизни и профессиональной эволюции. Ну, это результат того, что произошло с нашими странами. Но если вы меня спрашиваете о том, что такое Голливуд, или скорее о голливудской культуре, я думаю, что это не моя чашка кофе. Тем не менее, мы встретились с Михаилом в Лос-Анджелесе. Так уж и повезло судьба. Мы вместе с Михаилом были на фестивале Animation Celebration 2000 и были в составе международного жюри. А родилась Михаила в Чехословакии, в Праге. Я сейчас смотрю на линию моей профессиональной карьеры и вижу, что она была достаточно прямой. Это обыкновенная школа, потом высшая школа художественная. И я думаю, что у меня есть теория, кто вообще ответственен за мою профессиональную судьбу. Это Владимир Ильич Ленин. Но для этого надо вернуться в прошлое. Мы возвращаемся в прошлое вместе с Михаилой в ее фильме «Бабушка», где она рассказывает историю действительно своей бабушки через историю своей страны. И наоборот, все это связано. Все эти образы перед вами и документальные кадры, все из этого, говорит Михаил. Он русский, из офицерской семьи, которая должна была спасаться, когда Ленин пришел к власти. Они переехали в Чехословакию, где дядя женился на моей тетке. Мы были очень близки, он очень помогал моим родителям. Он был очень известным человеком. Он был скульптором, джазовым музыкантом. И он первый увидел что-то в моих детских рисунках и предложил моим родителям отдать меня в художественную школу. Он помог мне поступить туда, потому что в те годы это можно было сделать только по знакомству. Благодаря ему я закончил медицинскую школу, благодаря ему я поступил в университет. А мой отец – адвокат, моя мама – служащая. Они ничего не имели общего с искусством. Мои родители были не согласны с коммунистическим режимом, но не были диссидентами. Они были пассивными членами общества, старались выжить в тех условиях. А когда я росла, я не чувствовал цензуры, и никто в моей семье не был репрессирован, никого не сослали, и никто не эмигрировал. Итак, о моих первых фильмах, у меня нет особенно что сказать о них. Они очень простые, сделаны примитивно, и там, ну что там, кроме шуток ничего нет. И за этими шутками тоже ничего особенного. Но я думаю, что я хотела сделать именно так, чтобы эти фильмы понимали все. В художественной школе я рисовала смешные картинки, но мне потребовалось много времени, чтобы избавиться от влияния моего авторитарного учителя и, конечно, найти свой стиль. В то время я была замужем за психологом, который был также семейным консультантом. Он в основном занимался психологией семейной жизни. И естественно, что это стало и мне интересно.
Я думаю, что я наконец поняла, что вокруг находится много интересных мужчин, особенно в Чехии, в нашей республике. Но они любят жениться на очень простых женщинах, на секретаршах, нянечках. Они никого не хотят видеть рядом с собой, интереснее себя или одного уровня. Вообще, надо сказать, что моя судьба сложилась очень удачно. Я не искала работу, а работа искала меня. Это смешно, но в Праге я респектабельная женщина. Мои фильмы – это не автобиографические фильмы. В моей личной жизни было много взлетов и падений, больше, чем в работе до сих пор. Это только хороший материал для фильмов. Я не знаю. Иржи Кубичиков. Иржи Кубичик – талантливейший драматург, очаровательный человек, наш большой друг. А Микаэла называет его своим консультантом. Она говорит, что Иржи еще ни разу не ошибся в своих оценках. Однажды он засомневался в одном из эпизодов этого фильма «Слова, слова, слова». Но так и случилось. Этот эпизод оказался неудачным. Зато как хорошо иметь рядом человека, который может тебя поддержать. Итак, это стереотипная ситуация, схематическая. Все лишнее, индивидуальное я отрезаю. Я собираюсь сделать художественный фильм с двумя актерами, 20 минут, вместе с четырьмя режиссерами. Это казалось для меня чрезвычайно тяжело. Я пытался найти актеров. Я хотел найти девочку, которая была похожа на всех девочек. И мужчину, который был похож на всех мужчин. Но это невозможно, потому что они все специальны, они все индивидуальны. Я хотел найти самую обыкновенную девочку, самую обыкновенную мужчину. Но это невозможно, потому что все люди индивидуальны. Каждый человек – это личность. И я не смогла их найти. Тогда я решил их нарисовать. В анимации я, вообще-то, с 18 лет. Почему именно в анимации? Да потому что там были самые лучшие учителя. Они любили шутить. Хотя тогда это были серьезные годы для страны. 80-87. И на студии «Краткий фильм» я сделал дипломную картину. Мне тут же предложили делать еще и еще. Я только должна была продолжать. И никого уже не нужно было ни в чем убеждать. С тех пор я работал с этой студией. Yeah. But I would like to remind that my life
Я хотел бы напомнить, что моя жизнь не такая несчастная, как это может показаться. Потому что часто после просмотра моих фильмов люди начинают сочувствовать мне, что как будто это кино сделано про меня. Но мы должны понять, что это совсем не обязательно так. Может быть и наоборот. И совершенно противную, и совершенно приятную, счастливую ситуацию. Когда кто-то счастлив, это, ну, как-то банально описывать. В моей жизни много счастливых моментов, но я не хочу о них говорить и показывать. Потому что интереснее показать конфликт. Конфликт всегда интереснее. А вот замечательное кино. Этот фильм называется «Репете» — «Повторение». Он получил множество призов и даже номинировался на «Оскар». Я, конечно, никогда не видел ни одного человека из этого фильма. Ни того, который все время пытался повеситься, ни одного персонажа, реально, ни мужчин, ни собаку. Я только пыталась, и до сих пор пытаюсь, найти характер, которые теряли бы индивидуальные черты и являлись бы только представителями многих людей, многих собак, многих пар. И только что вот это мне кое-что напомнило интересное. Кто-то меня спросил однажды, даю ли я имена своим персонажам. Я сказал, нет, конечно. Потому что они, мои персонажи, они не носят индивидуальных черт. Этот мужчина представляет всех мужчин, а эта женщина представляет абсолютно всех женщин. Спросили Михаилу, повторяет ли она в своей жизни те же ошибки, которые повторяют здесь ее персонажи. Она сказала, что я-то стараюсь этого избегать. И иногда иду на компромисс.
beginning I В самом начале я думал, боже мой, как это потрясающе, выйти замуж и носить фамилию того человека, за которого выйду замуж. Но в течение многих лет я не знаю, что мне делать с этой фамилией моего первого мужа. Это может быть только чисто практически имеет смысл. И потом, после нескольких лет, когда я была уже замужем, я только тогда поняла, как трудно найти кого-нибудь. Если ты, конечно, молод и еще учишься, то, наверное, это не принципиально, с кем ты встречаешься. Для тебя не принципиально. И ты еще не имея никакого опыта, ты совершенно уверен, что из тысячи человек, наверное, 990 это твои. Но спустя много лет ты понимаешь, что из тысячи человек ни один. In the film Forever and Ever, Раз и навсегда, в одной сцене я использовал, ну что ли, свой собственный опыт и свои жизни. В моей постели никогда не было снега, но подобное ощущение я прочувствовала, когда однажды, это было в начале расставания с моим первым мужем, мы были в постели, и он лежал ко мне спиною. И мы уже почти расстались. И в тот момент я могла поднять свою руку и дотронуться до его спины. И мы могли сохранить наши отношения. И я попыталась. Я почти дотянулась. Но оказалось, что расстояние между нами было уже слишком велико. И тогда я поняла, что это все, это конец. И снова фильм «Михаила бабушка». Михаил рассказывает. На чешском телевидении спросили, что бы я хотела делать. Сделать нужно было очень быстро, поэтому я решил сделать фильм о своей бабушке. Фильм документальный, но с мультипликацией, который, правда, растворил в документальном материале. А бабушке 94 года. Когда я уезжал в Америку, она сказала мне, я не доживу до твоего возвращения. Я купила ей блокнот и попросила записывать все воспоминания, чтобы она чувствовала себя занятой. Она писала, а когда я вернулась, то увидела такую банальность, такие обычные вещи. Это было и глупо,
и даже прелестно в каком-то смысле, потому что там не было ничего личного. И я поняла, наконец, что в те бабушкины времена было совершенно невозможно писать открыто и откровенно о себе самому. А мне хотелось сделать фильм о личности, обыкновенной женщине в 20 веке, для которой потеря ее личного зонтика была большей трагедией, чем какое-нибудь политическое событие. Но она была из своего времени. Она не хотела кого-нибудь обидеть, задеть кого-нибудь из тех, кого уже давно не было в живых. Она была обыкновенной женщиной и стала символом всех женщин, воспитывающих детей, готовящих еду, глядящихся в зеркало. Она типичный средний класс. И она любит хорошие манеры. Мне очень нравится первая половина 20 века. Мне нравятся очень манеры людей, что я как раз сейчас не встречаю. Да, особенно в Америке. Ну, то есть быть вежливым с женщинами и так далее. И моя бабушка очень придерживается этих манер. Однажды, когда-то мы сидели с бабушкой и с моим знакомым, бойфрендом, она сказала: слушай-ка, ты не садись, как ты садишься, ты вообще должна подождать. Слушай-ка, ты не садись, как ты садишься. А я сказал: знаешь, он никогда этого не сделает. Мне интересно, что будет дальше. Это очень интересно. В моей жизни в Праге, я сейчас понимаю, было так все спокойно, все естественно, и вдруг я должна быть здесь, готовой ко всему снова, как будто я начинаю новую карьеру. Интересно, что предсказывает Микаэль этот механический старикашка? Мы не знаем, но нам кажется, что Микаэль уверен в себе и не нуждается в предсказаниях. Обычно вначале я протестую против всякого интервью, но потом я понимаю, господи, это же приятно, что люди тобой интересуются, и ты можешь рассказать о себе, это приятно твоему собственному эго, может быть, и другим будет не противно. Жалко расставаться с такими фильмами. Мне тоже. И с Михаилом Павлатовым, автором этих фильмов, тоже жаль расставаться. Однако надеемся, что, закончив делать рекламу в Соединенных Штатах, она вернется в родную Прагу и будет делать снова свои прекрасные авторские фильмы. Всего вам доброго. До свидания.